Всем привет! Я приехала в лес с сыном и с мужем. Они на велосипедах прогуливаются, а я ищу грибочки. Что это у нас? Ой, товарищи, смотрите, это валуй. Классно, совсем молодые. Ой, а комары просто прыгают в глаза, представляете? Валуи растут на одном месте. Сыроежки. Сыроежки. Особенно хороши в засоле и жарить. Комары просто над ухом. Кошмар, жучат. А вот тут, как узнать? Горбик такой берешь, а там сыроежка. Вот так вот надо ходить, поднимать. Эх, жарко. Одни сыроежки, но какие. Температура под 40. Ну вот, хожу, одни сыроежки и валуи. Никаких благородных грибов, только один белый нашла. И то он весь был погрызен, я его оставила в лесу. Поэтому, если больше ничего не найду, кроме сыроежек, пойду домой. Жара невыносимая. Вот такой вот у нас лес. Всем пока!